И всем привет, друзья, с вами Lamestone, и сегодня мы с вами обозреваем мод на Minecraft на версию 1.18.2 под названием Tax Ocean Villager. Из данной модификации к нам в игру добавится несколько новых построек в Майнкрафте, а точнее, по сути, новых данжей, потому что теперь, ребята, у нас будут в океанах появляться вот такие вот корабли, и не только такие, на которых будут обитать различные жители, причем не только мирные жители, но и, конечно же, илладжеры. Итак, давайте же приступать к обзору. К сожалению, в данном моде мы не сможем найти такие постройки через команду locate, поэтому я буду просто искать их по миру для вас. И первое, что я нашел, это вот такой вот корабль илладжеров. И что же это у нас такой за корабль и что на нем есть? Ну, во-первых, конечно же, тут у нас всякие флаги, тут у нас, конечно же, колокол. И смотрите, ребят, у нас всякие вот эти вот илладжеры подписаны, да. То есть тут, например, есть илладжер сейлор, тут у нас есть капитан. Капитан у нас такой, знаете, вот он брутальный, опасный и все такое. И да, действительно, они подписаны. И как вы могли видеть, этот даже подсветился, когда я к нему подошел. И давайте немножко посмотрим на сам корабль, что здесь есть. А тут у нас, ребята, есть, да, немножко алмазиков, зачарованные книжки и так далее и тому подобное. То есть, в целом, да, это просто вот такой вот полноценный данж, где можно найти что-то полезное. В общем-то, особо тут больше говорить не о чем. Просто именно что корабль, на котором можно что-то найти. Ну и естественно, если мы выйдем из креатива, то нас тут же постараются убить, потому что, а как вы хотели, это же разбойники. И вот, ребят, пожалуйста, немножко поплавал и нашел для вас еще один корабль. И, кстати говоря, да, ребят, это у нас уже мирный корабль, по сути, такой торговый, где у нас, кстати говоря, сразу есть железный голем, поэтому будьте осторожны, не деритесь тут ни с кем. И, кстати говоря, ребят, да, пожалуйста, тут у нас есть новые трейды. Да, ребят, действительно, теперь эти жители будут торговать чем-то новеньким. То есть вот, смотрите, у нас есть тут трейды, связанные с рыбой. Да, давайте немножко также посмотрим, что у нас здесь есть. Может быть, найдем еще каких-то жителей. И да, да, тут в основном рыба. То есть, в принципе, такая рыбацкая лодочка. И, в принципе, да, вот получается, что не то, чтобы что-то особо здесь есть. В принципе, просто почти такой же корабль, просто с жителями. Да, да, вот такой он прикольный. И, кстати говоря, да, пожалуйста, тут у нас капитан. Ну, капитан у нас уже просто зачаровывает книги, кстати говоря, на взрывоустойчивость, весьма прикольно. Ну и в целом, да, у них уже другие флаги. И, конечно же, ребят, смотрите, что у нас тут есть. Да, смотрите, тут у нас красивые паруса, сделано все это весьма круто. И, по-моему, они пытаются изобразить то ли какой-то трезубец, то ли еще что-то, не совсем понятно. Но, так или иначе, все равно сделано весьма круто. Ну, а мы, пожалуй, с вами идем дальше. Ну и далее, ребят, пожалуйста, мы с вами находим место кораблекрушения. И здесь у нас уже нас ждут вот такие вот несчастные жители, которые тут валяются, купаются, тоже пытаются чем-то торговать. И да, да, тут тоже можно что-то найти, что-то разыскать. И, ребята, действительно, да, жалко этих жителей, потому что они попали в непростую ситуацию, у них тут все разрушено. И, в принципе, если вам хочется, можете даже устроить себе такой небольшой челлендж. Можете, например, их всех подобрать. И я думаю, что можно даже сделать небольшую карту с этим модом, где смысл будет в том, чтобы найти некоторое количество таких кораблей, может быть, с кем-то поторговать и, конечно же, спасти несколько таких жителей. Я думаю, это было бы интересно, в принципе, неплохой челлендж, но вы пишите свое мнение в комментариях. Лично мне кажется, в это было бы интересно поиграть хотя бы разок. Ну а мы в целом, да, вот посмотрели все сундуки, глянули, что тут есть. Кстати говоря, вот тут внизу есть еще один, и в целом тут примерно то же самое. То есть, если вы найдете вот такой вот разрушенный корабль, то в целом, да, сюда стоит сходить и, да, забрать некоторое количество всяких драгоценностей. И, ребят, мы с вами находим еще один корабль, и это уже корабль всяких волшебников и ведьм. И давайте сюда придем, и да, пожалуйста, ребят, тут у нас ведьмы, тут у нас вот этот иллюзионер, и да, пожалуйста, можно сюда сходить и посмотреть, что у них тут есть. И тут, конечно же, всякие зелья, черепа валяются и так далее и тому подобное. Кстати говоря, у нас тут также есть спавнеры, можем выйти из креатива, но в целом они пока особо ничего из себя не представляют. Единственное, что возможно, они спавнят вот этих чешуйниц, и да, судя по всему, именно их они и спавнят. Ну а мы, пожалуй, давайте вылетим и посмотрим, что тут есть еще. В целом тут, пожалуйста, пиратские флаги, красивые вот эти вот фиолетовые паруса и да, да, практически все. Единственное, что тут, конечно, идут всякие дыма, всякие вот такие вот частицы выходят. Почему? Потому что, конечно же, тут все эти волшебники что-то варят, что-то жарят, что-то готовят, какие-то вот такие вот гадкие неприятные вещи. Ну а мы, пожалуй, с вами отсюда сразу же пойдем дальше. Единственное, что давайте
давайте посмотрим, что еще тут есть. Ну, тут, в общем-то, все то же самое. И в целом, ребят, если вам очень хочется, то, конечно, можете сюда сходить, потому что если вам... А, ну, кстати говоря, вот, пожалуйста, у нас спавнер с чешуйницами прямо здесь. Так вот, если вам очень хочется, например, начать варить зелье, то, конечно, можете попробовать найти вот такой вот уже кораблик и, да, отсюда тоже что-нибудь себе забрать. Ну и, кстати говоря, мне очень повезло, ребят, потому что я достаточно быстро нашел корабль мертвых. Да, ребят, просто посмотрите, во-первых, очень красивые флаги, во-вторых, да, именно они, Undead Sailor, то есть, по сути, моряк-нежить. И да, пожалуйста, вот они здесь, и давайте заглянем к ним в сундуки. Ну и тут у нас, кстати говоря, не так уж плохо, я думал, что будет гораздо хуже. И да, тут у них даже есть свежая рыба, то есть еще не все сгнило, как-то так получилось, что... У них тут есть еще что-то ценное, так что в целом, да, ребят, можете зайти сюда, также побороться с ними, дай мне пройти, побороться с ними, посражаться и, в принципе, можете даже забрать все, что у них есть. Давайте пойдем на капитанский мостик, что у них тут. И вот, пожалуйста, тут вот такой вот капитан, у него сразу два топора, он очень жесткий. И да, да, вот такой вот корабль, тоже очень прикольный, тоже очень здоровский. И, кстати говоря, по-моему, нет, он вполне себе на плаву, то есть пробоин у него нет, так что я думаю, что они... В принципе, хотя нет, тут что-то нет, тут просто паутина, ну ладно. В целом они могут плыть дальше, и единственное, что у них, конечно, дырявые паруса, так что им немножко не повезло. Да, бедные, бедные вы, несчастные наши. И я не знаю почему, но мне почему-то захотелось их поджечь, то есть вот так вот взять и сжечь их корабль. Ну потому что, почему бы и нет, ребят, тут же куча зомби, мало ли куда они приплывут, в какой-нибудь порт, начнут разносить куда-нибудь чуму, это, мне кажется, не круто. Лучше, конечно, этот корабль полностью сжечь. Я думаю, что, в принципе, вот я вам предложил вот этот челлендж с тем, чтобы найти все корабли, с тем, чтобы спасти жителей, я думаю, что это тоже должно быть таким, знаете, небольшим челленджем на такой карте с кораблями, чтобы нужно было уничтожить корабль с нежитью, чтобы чума или какие-то там зомби-вирусы не добрались до соседних портов, пускай лучше все это сгорит. Ну а мы с вами, пожалуй, пойдем дальше. Единственное, что тут у нас также есть, оказывается, пещерный паук. Вот этого я вообще не знал, то есть тут у нас... Нет, он, скорее всего, просто обитал, потому что спавнеров особо я тут не находил. Давайте даже еще раз пробежимся, посмотрим. И нет, нет, спавнеров тут нет, значит, он, скорее всего, просто здесь был по фану. И, ребят, чтоб вы понимали... Да, да, ребят, я нашел также вот такое. Просто посмотрите на это. Тут у нас, оказывается, ходят зомбаки с TNT на голове. И даже есть вот это. Офигеть, ребят, просто посмотрите, какой ужас. Но в целом это просто зомби. То есть это зомбарь, насколько я понимаю, который просто будет нас пытаться убить, но нам предлагают поверить, что это Блейз. Но так или иначе, да, ребят, пожалуйста, то есть это у нас вот такие вот Living TNT, и это просто корабль, захваченный динамитом. То есть я даже не знаю, как это описать, почему-то в данном моде есть даже что-то такое. То есть тут можно вот забрать динамит, если он вам нужен. Можете даже, наверное, тут этот динамит поджечь и всех взорвать. То есть в целом вот такое вот странное место, но если вы действительно тут расправитесь со всеми этими зомби, то есть просто возьмете, побьете их, и то тогда, да, можете действительно забрать все тинти, которые тут есть. И вот, смотрите, ребят, какой красавец, какой он прекрасный. Я, вы знаете, даже хочу проверить, как это будет. То есть он же должен в меня стрельнуть, конечно же, этим фейерверком. Давайте я куда-нибудь встану вот сюда. И давай, дружище, натягивай и стреляй. Ну-ка, успеешь или нет? Успеешь или нет? Ну, давайте, так и быть, позволим ему это сделать. О, он в меня мощно попал. И, как вы видите, они уже друг с другом начали драться. Но дело в том, что Иллоджер случайно попал своих фейерверком. И единственное, что, конечно, печально, что фейерверками нельзя взрывать динамит такими. Но все равно, прикольно, прикольная тема. И давайте, знаете, что сделаем? Сделаем вот так. Пожалуй, мы тут что-нибудь да подзорвем. Давайте отправим этот корабль, ну, просто в никуда. Я думаю, что, опять-таки, это тоже неплохой челлендж, найти такой корабль и, конечно же, его подвзорвать. Вот таким вот образом. То есть взяли и просто с ним расправились. И еще один корабль, ребят, который мне удается найти, это вот такой вот. По сути, это примерно то же самое, что мы с вами уже видели, только здесь есть еще вот такие вот ребята. И, кстати говоря, да, да, тут у нас уже другой зомби. Я, к сожалению, не помню, как он правильно называется, по-моему, кадавр. И да, пожалуйста, вот он у нас за место капитана. И да, ребят, вот такой вот корабль. И по сути, как я и сказал, это что-то, что мы уже с вами видели. То есть, по сути, уже начинаем повторяться, потому что в целом мы посмотрели, если и не все, то, скорее всего,
большинство кораблей, которые есть в данном моде. И в целом, да, особо тут говорить не о чем, тоже дырявые паруса. Единственное, что материал корабля другой, а так почти все тоже. Ну а на этом, ребят, мы будем с вами пока что заканчивать обзор данного мода. И если он вам понравился, то не забудьте поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал, а также как-нибудь прокомментировать данное видео. Ну а на этом все. С вами был Lame Stone. Всем удачи и всем пока!